Почему я говорю о налоге на бездетность? Потому что сегодня совершенно очевидные проблемы у молодых семей, в первую очередь, с жильем. Я уже не говорю о материнском капитале, там, в 453 тысячи рублей. Не в этом дело. Вы, товарищ Кричевский, из богатой московской семьи. Нет, а я, знаете, из глухой российской провинции. Семья была, во-первых, неполная, во-вторых, семья... Знаем мы вас, москвичи. Моя матушка работала учителем фортепиано в музыкальной школе. Вопрос. 150 лет назад, где мы, крестьяне неотесные, могли хранить свои сбережения? Не надо пугать людей. Вы их напугали достаточно за 150 лет. Значит, на первом такте, если ты безработный, государство обязано тебя обеспечить работой. Вот обязано. А такт второй, ежели ты на эти условия, гадина, не соглашаешься, то тебе может грозить до 2 лет исправительных работ и даже, по-моему, тюремного заключения.